брутальный дизайн и встроенный пауэрбанк. В этом видео поговорим о телефоне BQ Tank Power 2430. В комплекте телефон, аккумулятор, зарядное устройство, кабель микро-USB и документация. Перед нами простой мобильный телефон с пластиковым корпусом весом 190 грамм. Но несмотря на брутальный внешний вид, этот девайс не получил сертификацию по защите от воды и пыли. Поэтому намеренно топить его и помещать в грязь не стоит. Традиционно для обычных телефонов на фронтальной части разместились клавиши набора номера и управления, а над ними TN-экран на 2,4 дюйма. Еще две клавиши находятся на правой грани – блокировка и включение фонарика. Последний представлен двумя светодиодами на верхней грани, а на нижнем торце закрепилась заглушка. Под ней прячутся порт микро-USB для зарядки телефона и порт USB для зарядки внешних устройств. То есть этот телефон работает в качестве внешнего аккумулятора. Правда, емкость тут скромная – 4000 мАч. Из остальных особенностей – съемная задняя крышка, встроенная FM-антенна, поддержка двух сим-карт и карты памяти. Подведем итог. Это простой телефон с необычным корпусом, функцией пауэрбанка и двумя светодиодами в качестве фонарика. Он подойдет в качестве второго телефона для походов и экстремальных видов спорта. Также такой девайс понравится нетребовательным пользователям, которые не могут привыкнуть к сенсорному управлению.